немногие знакомы с понятием «социальная реклама». А появилось оно еще в средние века в форме агитационных плакатов. Содержание многих из них актуально и ныне. В наше время на смену им появились социальные ролики. Горят глаза у орлят. Большая активность в зале. Такое оживление у участников «Бумеранга» вызвал необычный мастер-класс. Владимир Ким – сценарист и режиссер новой продукции «Эры информационных технологий». Он посетил Всероссийский детский центр «Орленок», чтобы поделиться с ребятами своим опытом. Наверное, я стараюсь быть как они, как эти ребята. Не выше, ни в коем случае, а понимать их. Им нельзя соврать, если ты говоришь от сердца, то они тебя чувствуют. По-другому никак. С первой минуты встречи он дал понять юным представителям газет, журналов и детско-юношеских телестудий, что они пришли не на обычный традиционный мастер-класс, а на открытый и честный разговор. Именно так и получилось. Я не думала, что такие маленькие видеоролики могут перевернуть всю мою душу. И теперь я очень уверена, что буду по-другому относиться к родителям, к родне, ко всей и к друзьям. Владимир Ким работал со всем залом, успевал подойти ко многим ребятам и послушать их мнение. Он смог вызвать буквально всех ребят на открытое, активное и живое общение. И потому многие начинающие журналисты захотели научиться создавать ролики, чтобы высказать в них свое отношение к жизни и тем самым помочь своим сверстникам справиться с какими-то трудностями. И с точки зрения зрителя, вызвать какие-то эмоции, чтобы у меня вызвали, и с точки зрения, как это снято, как это сделано, потому что я приехал на форум «Бумеранг», я интересован съемкой, видео, там, съемкой, там, режиссурой, все такое. Я думаю, даже я попробую себя в этом направлении. Я мечтаю быть актрисой, и я пришла на этот мастер-класс с целью, как стать уверенней, как Владимир Ким быть свободной и доказывать, посылать свои мысли налегке. Я считаю, что сегодняшний мастер-класс был очень важен в жизни каждого, кто здесь присутствовал, потому что именно здесь пробудились самые важные человеческие чувства, без которых ни один человек не сможет существовать в этом мире, но о которых мы, к сожалению, очень часто забываем. Встречаю.